Друзья, всех приветствуем. Приготовим сегодня картофель по-деревенски. Картошечку мы почистили, помыли. Теперь будем нарезать брусочками. Не слишком мелко и не слишком крупно. Картофель взяли средний. Картофель порезали. Теперь будем добавлять приправы. Черный молотый перчик. Чайную ложечку. У меня есть вот такой чесночный перчик. Приправу для моркови по-корейски. Добавим 2 чайные ложечки. И, конечно, паприку. Растительное масло. 3 столовые ложки. И хорошо все перемешаем. Чайную ложечку соли добавляем еще. Соль уже по вкусу. Нам этого достаточно. Все хорошо перемешиваем. И на 20 минут оставляем мариновать. Картофель у нас замариновался в течение 20 минут. Стоял со специями. Берем противень. Смазываем растительным маслом. И будем выкладывать картофель в один слой. Запекать будем при температуре 200 градусов 40 минут. Пока у нас запекается картофель, приготовим для него соус. Возьмем сметану, добавим немного адыгейской соли, чем она хороша, что она уже с приправками, немного паприки, выдавим 2 зубчика чеснока. И добавим зелени. У меня укроп. Все хорошо перемешаем. И будем ждать, когда приготовится картофель. Так, время прошло. Картофель наш запекся. Вот так красиво все выглядит. Картофель посыпаем зеленью. Добавляем соус, который мы с вами приготовили ранее. Вот так все у нас выглядит. Вкусно, аппетитно. Всем приятного аппетита. Всем спасибо за просмотр.